Закупочная цена природного газа в этом месяце увеличится почти на 19 евро. Об этом объявило акционерное общество «Молдова-Газ». В компании сообщают, что согласно договорным условиям с госпредприятием «Энергоком», в июне топливо будет закупаться почти по 350 евро за 1000 кубометров без НДС, тогда как в мае цена закупки газа составляла примерно 331 евро. Председатель административного совета «Молдова-Газа» Вадим Чебан заявил Пятому каналу, что это повышение не приведет к росту тарифа для населения. В настоящее время бытовые потребители платят за кубометр газа немногим более 13 леев. Недавно бывший прокурор Виктория Фортуна обратилась в прокуратуру по борьбе с коррупцией с заявлением о проведении расследования схемы закупок природного газа, считая, что в данном случае имело место мошенничество и злоупотребление служебным положением. Она заявила, что взрывной рост цен на газ, который, по ее словам, привел к обнищанию 2/3 населения, является результатом циничной игры правительства. В Министерстве инфраструктуры и регионального развития и в Министерстве энергетического развития не прокомментировали заявление и обвинения Фортуны. Ранее экономический эксперт Вячеслав Ионица заявил, что закупка, транспортировка и распределение природного газа в Республике Молдова – это большой успешный бизнес, и то, что произошло в 2023 году, войдет в учебники экономики. Ионица опубликовал статистические данные, указывающие, что во второй половине прошлого года жители Молдовы выплачивали один из самых высоких тарифов на природный газ в Европе и самый высокий в регионе. В руководстве компании «Молдова-Газ» и «Энергоком» тогда заявили, что эта информация не соответствует действительности и что Молдову нельзя сравнивать со странами, обладающими собственными топливными ресурсами. Напомним, с мая 2022 года по январь 2023 года «Энергоком» закупил почти 600 миллионов кубометров газа по средней цене 1024 доллара за 1000 кубометров, а жители нашей страны платили за голубое топливо по тарифу почти в 30 леев за кубометр. Тогда власти объяснили увеличение тем, что на фоне газового кризиса в Европе и ограничений, введенных «Газпромом», большие объемы топлива закупались в резерв по высоким спотовым ценам. В результате, по словам властей, тарифы не могли быть снижены до использования всего закупленного объема дорогого природного газа. Молдова отказалась от российского газа с конца 2022 года, перейдя на западные рынки, после того, как «Газпром» сократил объемы поставок в нашу страну.